Подарок государству 12 тысяч рублей на свой день рождения получила Мичка, но потратить деньги не смогла. Екатерина Маргун работает судебным приставом-исполнителем, а деньги ей перечислил омский бизнесмен. Подрядчик задолжал ему больше 500 000 рублей, деньги удалось вернуть только через суд. Именно Екатерина взыскивала этот долг. Свою благодарность мужчина выразил финансово. Такой презент пришлось рассматривать специальной комиссии, которая решила передать деньги в счет государства. К руководству Екатерина обратилась сама, потому что такие подарки могут быть расценены как взятка. Коллеги все были очень удивлены, потому что этот случай первый, так скажем. Ну, насколько я работаю, год в службе, все, ну, никогда никто об этом не слышал. Для всех это впервые, так же, как для нашего управления. Поэтому все были очень удивлены. Девушка наша, судебный пристав-исполнитель, которой это поступили эти деньги, поскольку она повела себя совершенно правильно, по-государственному, она в результате была поощрена приказом руководителя управления.